банку площадь дна, которой 20 сантиметров квадратных, налили 500 грамм воды. Определите давление воды на дно. Задача известна. Площадь банки дна S равно 20 сантиметров квадратных, налили 500 грамм воды. Масса равно 500 грамм воды. Нужно определить давление на дно. Тут даны данные нам не в основных системах единиц. И будем работать с этими входными данными и по мере решения задач посмотрим, как их можно будет преобразовывать. Можно, конечно, сразу преобразовать, написать здесь 0,50 килограмма, перевести в квадратные метры. Давайте будем последовательно все это дело делать. Итак, давление – это отношение силы, деленное на площадь. В данном случае числители величина F – это сила, это будет не что иное, как вес данной воды. Так можно сказать, что F – это равно P воды и равно mg. P – это большое P, это вес, а P – это маленькое. И так поэтому будет давление равно не что иное, как M умножить на g и делить на S. Теперь давайте будем подставлять сюда все эти значения в таком виде, в котором они заданы, для того, чтобы просто потренироваться, как это можно все переводить. В данном случае g, поскольку у нас есть еще дополнительная табличная величина, определим, как g равно 10 метров за секунду в квадрате. Подставляем 500 грамм, масса 500 грамм, умножить на g на 10 метров за секунду в квадрате. Делить на площадь на 20 сантиметров в квадрате. Нам нужно что? Вот это вроде как величина в системных единицах, в системе граммы, сантиметры. Они как вспомогательные единицы, но для того, чтобы получить конкретное значение давления, а давление у нас измеряется ньютон на метр квадратный, нам нужно это все это преобразовать. Что мы знаем? Мы знаем, что грамм – это сотая часть килограмм. Можем сказать о том, что один грамм равен килограмм на тысячу. А сантиметр, один сантиметр – это одна сотая часть метра. Метр делить на 100. И давайте вместо этих значений, вроде как это является просто обычными выражениями в алгебре, подставим вот эти значения. Вместо грамма подставим килограмм на тысячу, вместо одного сантиметра подставим метр делить на 100. Так будет равно. Давайте перепишем это все. 500. И вместо грамма мы подставляем килограмм делить на 1000. Килограмм делить на 1000. Подставили сюда. Даже в скобочку возьму это вместо грамма. Ну и умножить на 10 метров за секунду в квадрате. И делить на 20 сантиметров в квадрате. Вместо сантиметров квадратных подставляете метр на 100. Метр делить на 100. И все это в квадрате обязательно. Со всеми этими величинами работаем как с обычными значениями в алгебраическом выражении. В дропе килограмм на 1000, с 1000 можно сразу упустить знаменатель. А этот знаменатель, который у нас знаменатель и знаменатель, можно перевести в числитель. Посмотрите, вот тут уже напрашивается килограмм на метр на секунду в квадрате. Это не что иное, как ньютон. Давайте все это дело последовательно будем делать, для того, чтобы ничего не выпустить из нашего рассмотрения. Итак, вверху у нас будет 500 килограмм, а 1000 знаменатель на 1000 умножить на 10 метров за секунду в квадрате. Вот мы себе иронизовали вот это значение в ньютон. Вот теперь дальше посмотрим, что у нас здесь будет внизу. Это пока мы разобрались только с числителем. Умножить на 20, а здесь у нас будет метр квадратный, а вот 100 в квадрате мы сразу перенесем куда? Числитель. Умножить на 100 в квадрате. Получается, смотрите, килограмм на метр на секунду в квадрате – это ньютон, и деленное на метр квадрат. Это есть не что иное, как уже давление. Давайте посчитаем уже. Подставим сюда значение ньютона равно 500 умножить на 10 – это ньютон. Здесь запишем 10 четвертой степени. 100 в квадрате – это 10 четвертой. То есть и делить на, здесь напишем 10 третий, тысячу, пока будет тысячу на 20 метров квадратных. Ньютон на метр квадратный, это у нас уже можно говорить о том, что мы говорим о давлении. Нули давайте все соберем до купы. Тут 2 нуля, тут 3 нуля, еще один 5 на 10 в какой? В седьмой степени ньютона. Сверху здесь будет 2 на 10 четвертой степени. Метр квадрат. Так получаем, тут можно сократить на 10 четвертый, получаем 5 на 10 треть ньютонов, просто на 2 метра квадрат. Получаем 2,5 на 10 третий ньютон разделить на метр квадрат. Ньютон разделить на метр квадратный – это 1 паскаль давления равно 1 ньютон на метр квадрат. Можем сказать о том, что в данном случае давление P равно 2,5 на 10 третий ньютон на метр квадратный, или это будет 2,5 на 10 третий паскаля. Либо 10 третий убираем, равно 2,5 килопаскаля. Равно 2,5 килопаскаля.